Друзья, мы находимся в городе Пятигорске на минеральных водах у памятника великому русскому поэту Михаилу Лермонтову. И памятник был основан в 1889 году, 16 августа. И, в принципе, является собой молодого поэта, каким он и был запечатлен и каким он и погиб в свои 26 лет. Поражает красота этого места, где установлен памятник. По левую руку от меня находится прекрасная церковь. Я так понимаю, это новодел, недавно построена, поскольку сегодня Троица. И я был внутри этого храма, там березки, и он недорасписан еще, иконостас. Поэтому я сделал вывод, что это новый какой-то храм или восстановленный. А по правую руку от меня прекрасное предгорье Кавказа, Кавказского хребта, великолепный вид, отели, сосны, елки и, в принципе, очень красивая природа юга России.